Причем не надо ей тобі слово. Дякую тобі, Інусю. Вже повертається до нас. До нас сьогодні завітала Надія Іванова, керівник товариства «Золотий колос». Дякуємо вам за те, що зранку завітали в нашій студії. Дійсно, сьогодні говоримо про жінок, які змінюють хід історії. Ви є тією жінкою, яка змінює хід історії міста Миколаєва. І це правда, тому що багато проєктів, саме ви виступаєте спонсором цих проєктів. Ви підтримуєте молодь, підтримуєте дітей, підтримуєте будь-які цікаві ініціативи в місті. Дякуємо вам за це в першу чергу. Ну і хотілося б дізнатися, як взагалі жінці в бізнесі? Чи чоловіки зверхньо ставляться, чи можливо ні? Добрий ранок. Ну, це змінюють хід історії, це, мабуть, дуже так голосно сказано, але ті ініціативи, які сьогодні є і у творчої молоді, і у дітей, і по розвитку дітей-інвалідів сьогодні, виставки ми відкривали, так, вони добрі, вони гарні. Я стараюсь, ну, по мірі сили і можливості, я стараюсь ці ініціативи підтримувати. І це хорошо, це класно, коли ти проводиш такі мероприятия. И мероприятия в театре, которые мы проводим к праздникам, и особенно я люблю мероприятия, где там мая, потому что это такая сумасшедшая энергетика, такая хорошая, и ну, это на самом деле вот такой хороший отдых для меня, насыщение такой вот доброй, положительной энергии, ну, вот, такой, знаете, вот пьяный, от такое ощущение опьянения от такой вот доброй, хорошей энергии, и это классно. А насчет того, что относится ли сверхня, ну, 12-15 лет назад, когда я была совсем еще молодая девочка, то была, наверное, такая проблема. Сейчас уже я не скажу, что есть какое-то... Сегодня достаточно много женщин в бизнесе, и в том числе в аграрном бизнесе есть женщины, и они показали себя как умелые хозяйки, потому что я не знаю, я знаю очень, ну, очень и очень много, да, по сравнению с мужчинами, может, в процентном отношении нас меньше, но я знаю достаточно много успешных женщин-аграриев, у которых все получается, которые продвигаются вперед, которые показывают результаты. Поэтому, ну, насчет зверхню, ну, никто не делает. А как вы успеваете совмещать в себе и такую прекрасную женщину, милую и нежную, и сильную женщину одновременно? Ну, я не знаю, как это успеваю. Что значит успевать? Как у нас это получается? Ну, как у нас это получается? У нас это, наверное, от природы получается. Папа каждая с женщина мамой умеет это, да? Мама с папой дали гены, воспитали, спасибо им огромное, но, ну, я не скажу, что я на работе там какая-то там вот, ну, строгая, справедливая, да, есть моменты, конечно, по отношению к подчиненным, но... Как бы я не скажу, что я там резко как-то меняюсь, меня два в одном, у меня раздвоение личности, такого нет. И совмещать это, ну, на самом деле, я немножко сильно переживаю о том, что я очень хотела бы проводить больше времени с детьми. Вот это, наверное, самый такой болезненный мой пунктик, то, на что всегда вот как-то хочется больше с ними общаться, больше проводить времени вместе. Но, к сожалению, так не получается. Но зато меня очень хорошо успокаивает учительница моего среднего сына. Говорит, посмотрите, какой вы для них пример. Дети же, они же нас копируют и так далее. Она меня так хорошо подбадривает и успокаивает. Она ваш личный мотиватор. Да, даже вдохновляет, я скажу, да. Вообще, вот как удается, конечно, Инна спросила уже совмещать, но все-таки с детьми. Вы немного оговорились о том, что утро у вас самое бурное. Как и у нас здесь, так и у вас. Как успевать получается? Ну, со старшей мне уже спевать не надо, нам институт собирается сама. Вот, в колледж аграрный, она по стопам идет, средний ходит в школу, ему 10 лет, а младший третий день ходит в садик. Мы пытаемся по 2 часа водим, и пока у нас пойдет это, ну, как адаптация, да, по 2 часа, это, конечно, сложно. В садике мне сказали, что громче детей у них еще не было никогда. Хотя... Хороший показатель, либо певец, либо диктор будет. Танцует. А, танцует, ну вот, творческая личность. Очень любит музыку, но утро действительно сейчас, утро такие веселые в связи с тем, что он уже не с мамами находится, как обычно, а вот его надо собирать, идти, он уже понимает, куда, понимает, что его оставят, и поэтому, ну, очень бурно этому сопротивляется. И снова-таки видим все-таки успешность и в этом моменте, потому что большой и хороший плюс, когда женщина успевает не только в бизнесе, но и в семье. Это огромный плюс, и вам, конечно же, спасибо, потому что многие
прячась за успешностью в бизнесе, говорят, что ну семья потом. Это, за это вам спасибо, потому что необходимо подрастающее поколение, тем более, что по стопам пошла. Они со мной всегда. Я вам скажу, что ну старшая, это еще студентка была, среднего я родила, вышла из роддома, положила в коляску и пошла ну, через дорогу работы, я пошла вместе с ним на работу, он со мной вместе на работе рос. Ну вот так у нас. И младший, ну с младшим я, конечно, еще даже 4 месяца, но сейчас техника уже дошла. То есть из домашнего компьютера можно быть на рабочем компьютере, сидя дома, да, есть видео, камеры, ну то есть можно руководить, сидя дома, в принципе, по большому счету не так эффективно, но какое-то время я себе позволила побыть дома с ребенком уже с последним. Ну а так он тоже со мной рядом. Вот так, можно все успевать, это действительно... Главное, ваше... чтобы было желание. Да, хотелось бы от вас услышать пожелания всем женщинам нашей Николаевской области, Кировоградской, Одесской, Херсонской, везде, где нас смотрят, и юг Украины, можно поздравить. Ну, я скажу, дорогие женщины, я желаю вам натхнения, такого всегда, такого воодушевления, состояние в любое время года, состояние весны в душе. Это когда все расцветает, хочется петь, хочется летать, творить. Желаю вам быть любимыми, любимыми всеми вас окружающими, в первую очередь вашей семьей, вашими близкими, вашими любимыми мужчинами, вашими детьми. Ну и что пожелать женщине? Ну вот самоощущение и состояться как женщина весны, 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 любви, счастья, мира и здоровья. Спасибо вам большое, вам тоже желаем душевной весны, и, конечно же, чтобы ваши дети и хорошие дела, хороший развивающийся бизнес всегда вас мотивировал идти дальше и развиваться больше и больше. Спасибо, спасибо вам за то, что вы есть.